Я не вижу подключек. Хорошо, включайте внутренний белый свет, и этим светом ты выдаляешь из себя все негативное, патогены. Энергия выходит темной из сердечной чакры, горловой. Вот, хорошо, эти энергии отдельно формируются в шар. Да, маленький шарик. Этот шарик идет в клетку-тюрьму. Готово. Силы нашего намерения выстраивается канал этого черного шарика ко всем ответственным за это воздействие, связанные по каналу с этой энергией. На счет три я их притягиваю в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Они не притянутся. Идет информация на то, что, несмотря на то, что у них коллективный ум, они отрезали эти энергии, чтобы их никто не притянул. Отключили от себя. Позови Лия, она расскажет. Лия, прошу тебя выйти на связь. Да, я здесь, чтобы рассказать, что случилось. Пожалуйста. Слишком много открыто каналов сейчас, и на Землю зашли очень многие цивилизации других галактик. Это как сладкое место для них. Цивилизация, которая напала на тебя из темной галактики. Там нет Солнца, это темные планеты. Развитие у них абсолютно разное на каждой планете. Где-то есть примитивные, где-то есть полуразвитые. То, что напало на тебя, это интеллектуальная цивилизация с коллективным разумом. Большинство они забирают, я даже не назову это, похищают. Они нагло забирают, чтобы исследовать разные галактики, цивилизации, планеты для своего развития и интеллекта. Если они чувствуют опасность, они отщепляют эту энергию от себя, отрезают, и связь с ней теряется. Часть энергии уничтожается. Ли, ну должно быть какое-то решение, чтобы вытягивать их. Не может же частичка должна остаться какая-то. След должен быть. Не на вашем уровне. Не на нашем уровне. Но мы же работаем не на нашем уровне сейчас. Или ты имеешь в виду на уровне астральном, где мы сейчас находимся, в потоке абсолюта? Я имею в виду, что здесь нужно такое же коллективная атака. А здесь получается, что светлая энергия смешивается с темной в борьбе. Их всегда много, как коллективный ум. Они все атакуют. Поэтому нужно такое же количество энергии. Энергия Творца им опасна, потому что это свет, который они никогда не видели. Но когда ты один, ты не можешь побороть только темной энергии, которую выпускают они. Как нам в этой ситуации, какие изменения принять в нашей защите? Может, есть смысл офицера Кольта спросить? Или моих плеядианцев? Нет, плеяды здесь ни при чем. Такое же нападение может быть на плеяды. Да, Кольт может подсказать. Но самую главную мысль я сказала, что это должна быть коллективная атака. То есть вам нужно всегда звать помощь в такой ситуации. Помощь в чью? Скорее всего, Кольт даст какое-то устройство, чтобы вы могли пользоваться им. Ты имеешь в виду сейчас меня и Веру, для того, чтобы у нас было коллективное сознание, коллективная защита, или как? Да. То есть мы должны... Да, чтобы у вас, если при таком нападении вы поодиночке не справитесь, у вас должна быть коллективная защита. Скорее всего, это военные, и Кольт может подсказать что-то, и, скорее всего, даст какое-то устройство по борьбе с этим. Я надеюсь, оно уже разработано, так как все эти нападения начались последние меньше года, но больше 6 месяцев. Но не каналы будет. Открыты, и да. На Землю спускается много любопытных. Ну вот, нам с нашей работой никак нельзя рисковать. В таком случае быть готовым ко всему. Поэтому я благодарю тебя в любом случае за эту информацию, хоть разобрался. А как они называются? У них есть название у этой цивилизации? Или это нерелевантно? Мы называем их унты. Унты? Да. А как они выглядят? Гуманоидная раса? Нет, они больше похожи на арахноидов, но там большое различие. Они больше состоят из этой темной энергии, как круги, овалы из дыма, или темной энергии сниз идут большие лапы, длинные, как палки. Я сейчас увидел твою визуализацию. Благодарю тебя, Ли. Хорошо, тогда мы работаем дальше. Я сейчас прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Пускаешь ли?
Конечно, благодарю, Ли. До скорых встреч. До скорых встреч. Кольт на связи. Приветствую, офицер Кольт. Давно не слышались. Надеюсь, все хорошо у вас. Мы на службе. Что случилось? На Веру было нападение цивилизации Унты. Нам нужно какое-то средство для того, чтобы мы могли противостоять этой новой опасности. Ли нам объяснила, сейчас открыто много каналов, и поэтому сейчас очень многие цивилизации приходят, и вот эти Унты пришли, мы вытащили, сейчас в клетке тюрьмы у нас находится этот шарик этой энергии, но мы не смогли никого притянуть. Отлично. Шарик еще здесь? Да, в клетке у нас. Мы забираем шарик. Добрались до вас они. Мы разработали устройство. Это как кнопка вызова. Алярм, он срабатывает сразу на нашей станции. То есть в этот момент, когда она или я почувствуем какое-то нападение, нам надо нажать эту кнопку, да? Как правило, вы почувствуете распространение этой темной энергии, которая накрывает все вокруг, ваши дроны, вас и, может быть, ваших родственников. Они коллективно распространяют, чтобы сразу все поразить. Поразить слабые точки. Хорошо. Мы работаем с этим и, надеюсь, сможем договориться или найти правильное решение. Но пока преимущество за ними. А что для них опасно? Единственное, что здесь помогает, это свет. Абсолютно, да? Свет Творца. Свет Творца, но он должен быть коллективный, так же, как у них. Вот, Ли нам то же самое сказала. То есть нам надо с Верой сейчас объединить как-то наши защиты, или как это себе правильно представить? Каждый из вас отныне имеет кнопку вызова. Можете установить ее куда угодно, там, где легче. Я полагаю, я все равно не увижу так. То есть она будет где-то находиться, эта энергия или эти интерференты где-то на астральном уровне. Это я могу только почувствовать или увидеть во сне. Именно так. Они приходят договариваться, не нападают сразу. Если ты отказываешься, тогда они применяют силу в виде своей темной энергии. Ну вот из этого я и схожу, со второго ответа, потому что я ни с кем не договариваюсь из них. Хорошо, эта кнопка первое, будет... Первое, они делают предложение. Это не агрессивная интеллектуальная раса. Если после предложения идет отказ, а как правило идет отказ, тогда они выпускают темную энергию, чтобы поработить. Ну, многие пытались... Будем бороться с ними. Хорошо. После того, как есть какие-то ощущения, что идет какое-то воздействие, я нажимаю эту кнопку. Дальнейший порядок действий. Моментально срабатывает алерт на нашу станцию. Да. Наши взводы и армия присоединяются к тебе. Понятно. Я могу дополнить для себя сделать какие-то защиты из энергии Абсолюта, если они боятся этой энергии, из света Отца? Я тебе... Покажу наглядно. Представь длинные полосы черного тумана, и ты один со своей энергией. Они будут окружать тебя, пока твоя энергия не потухнет. Да, они будут терять свою силу, но по сравнению твоя светлая энергия темная поглотит тебя. Понятно. Коллективное действие с их стороны, коллективное действие с нашей стороны. Пока только такое спасение. Все понял, хорошо. Ничего страшного, будем бороться. Значит, кнопки у нас уже в биополе. Они просто находятся в биополе. Мне надо их мысленно активировать в тот момент, когда я посчитаю опасность. Именно так. Я все понял. Благодарю. Все понятно за эту помощь. Ну, на этом этапе хоть это... какая-то. Хорошо, хоть Вера почувствовала какой-то... Я скажу честно, они редко нападают на обычных граждан. Их не интересует. Ну, мы не совсем обычные, я полагаю, поэтому... Простые люди. Да. Тем более от нас идет угроза им, и мы еще готовим учеников, которые... Но кто предупрежден, тот вооружен. Так и есть, так и есть. Мне просто сейчас надо как-то решить эту проблему с нашими учениками, потому что, я полагаю, на них будут какие-то нападения. То же самое. Кнопка. Визуализируйте кнопку, да. Хорошо, значит, кнопка дана. Соединение идет для всех. Благодарю тебя за эту информацию, я обязательно передам моим ученикам. Я бы хотел добавить, скорее всего, нападение не будет со стороны. Как я уже сказала, их больше интересует значимые, значимые на Земле. Именно люди, которые известны. Их интересует интеллект. Да, у нас есть такие экземпляры, которые... интеллектуальные, и которые могут, безусловно, в эту ловушку попасть и попадут.
Понятно, но я же не могу изменить ход истории и события, я только могу исходить из того, где я нахожусь и что я делаю, и пытаться только лучшее сделать на этом месте. Значит, будем тогда как-то интуитивно еще работать, может, какие-то решения придут, если что-то будет сообщено. Решения обязательно придут. Благодарю тебя. Не смей тебя больше задерживать, если... Мы работаем над тем, чтобы их удалить из нашей галактики. Все понятно. Если наша помощь нужна, дай, пожалуйста, знать. Непременно. Благодарю тебя. Хорошо, вопросов больше нет. Хорошего тебе время суток. И отключись, Верочка, рассинхронизируйся. Он сказал в конце, что не надо бояться. Страх только усиливает эту черную энергию. Не, страха нет. Ну, кнопка, видишь, появляется перед тобой. Ну, она во мне. В тебе. Вот, значит, будешь нажимать на нее, когда еще раз такое приснится тебе, когда вот такие вещи беспокойные, сны ужасов, сразу нажимают, и будешь понимать уже, что она есть. Защита. А я себе сделала кнопку справа на ноге, где правая рука, чтобы, если что, нажать там. Здесь мы закончили, да? Да. Значит, шарик один забрали, второй мы уничтожили. Не забрали на изучение. Я понял, да. Ну, ты посмотри, а. Вот это вот обрезание, конечно, концов, это меня немножечко, так сказать, не то что расстраивает, но я пока не вижу решения, как... Они теряют меньше, чтобы сохранять больше. Я понимаю. Это, конечно, с моей стороны тоже должен быть какой-то ход, и я пока его не знаю. Потому что на каждое действие есть противодействие. Готово. Влад, к нам просится офицер Кольт. Он не может зайти, так как сенсоры признают это вторжением. Ему нужно разрешение от нас. Выдается разрешение для офицера Кольта в любое время, когда ему удобно. Да, он здесь, у него есть решение по лунтам. Отлично. Приветствую, офицер Кольт. Я приветствую вас. Решение найдено. И, конечно же, все гениальное просто. Земля имеет свои стихии. Эти стихии работают как в положительную, так и в сторону защиты, как и инь-янь, как и везде. К чему я это говорю? Мы нашли выход. Это обычный огонь энергии Солнца и электрические разряды, или же энергия, атомная энергия. Атомной энергии они боятся как огня. Атомная энергия. В нее входят электрические разряды и огонь. Понял. То есть это результат. Да, это результат, и это конечный результат атомной энергии, атомной оболочки от унтов. Я лишь хотел сказать, как это создавалось. Брали энергию Солнца и разряды, работала огонь земной, и электрические разряды работала. Но атомная энергия их... сжигает моментально. Электрические разряды блокируют их коллективный разум. Это значит, нам надо сейчас использовать в случае необходимости этот разряд, этот удар атомной энергии по противнику. Вы можете ставить атомную оболочку. Оболочку из атомной энергии добавить на свои дроны, корабль. Ставить себе эту защиту. Они не приблизятся, только увидев ее. Уже напуганы, эксперименты проведены, коллективный разум передал информацию унтам. Скорее всего, они покинут нашу галактику. Работа идет. Все гениально просто. Я благодарю за это очень скорое и очень нужное своевременное решение. Уважаемый Кольт, передам всем моим ученикам. Сделаем эту оболочку. И защитим наши дроны и наши корабли ей. Я лишь хотела сказать, что они не будут приближаться, увидев эту оболочку. Они очень напуганы и не ожидали, что атомная энергия может скосить их рядами. Коллективный ум передает дальше и дальше, поэтому, скорее всего, они ретируются. Мы работаем над этим. Благодарю вас, офицер Кольт. В любое время добро пожаловать. У вас всегда есть допуск к нам. Не смею задерживать. Благодарю. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, наш корабль стоит сейчас в комнате, да? А ты знаешь, у него есть эта оболочка, когда ты делал апдейт. Я уже знала, что Кольт придет на полянке. То есть корабль уже получил эту оболочку? Корабль, да.